Да, это действительно абсолютно разные вещи, потому что от сексуально объективированной, угнетенной женщины ожидается лишь то, что она будет красивой, в то время как от гипертрофированно сильного мужчины ожидается проявление мужской расходности, то есть он должен умирать, страдать и терять свое здоровье за жизнь, здоровье, благополучие и комфорт той самой угнетенной, сексуально объективированной женщины. Действительно, это абсолютно разные вещи.